Вот мне пришел странный запрос. Люди говорят, что питаются идеально, бегают и чувствуют себя хорошо просто от того, что кушают правильно. Да никогда я в жизни в это не поверю, потому что мы все сталкиваемся. Вот я иду, выхлопной газ, вот я иду, мусор, да, и я также дышу. Если у меня нет в кармане у организма никаких антиоксидантов, то, ну, простите, моя печень уже страдает, да? И мы с вами понимаем, что когда человек постоянно находится в каком-то токсическом напряжении, он просто не может нормально функционировать. То есть сегодня он идет на зарядку, завтра не идет, потом у него что-то болит, а потом ему нужен врач. Поэтому, друзья, для того, чтобы вот это все предотвращать, не ждите, пока случится что-то, просто берите и сами включайте мозги и не только питание подбирайте, но и витамины и минералы.